23 ружья и 6 туш незаконно добытых кабанов, изюбров и косуль изъяли инспекторы Приморского охотнадзора за полгода. И еще 200 протоколов за это же время составили по небольшим правонарушениям. Центральную усадьбу земли леопарда построили в Хасанском районе Приморья. Объект стал крупнейшим в мире центром по сохранению самых редких кошек планеты. Строители завершили основные работы в сквере на набережной Цесаревича. В саду с восточными мотивами появились саженцы декоративной яблони, тиса, клена астролистного, азалии, можжевельника и гортензии. Приморские кикбоксеры взяли золото и серебро на первенстве Европы. Всего участие в соревнованиях приняли 1600 спортсменов из 37 стран Старого Света.